Мы сейчас зашли к Ане в гости, вот прямо в ашраме тут. И последний вопрос, она скоро уезжает, хочу ей задать. Задавали вопрос про Александрит, да? Авентурин. Так, сначала про Авентурин, хорошо. Что ты хотела еще добавить про Авентурин? Я не сказала, что если у кого проблемы с деньгами, надо в мешочке носить Авентурин. Угу. Так, все зашиваем Авентурина в мешочке. Какого цвета? Зеленый. Зеленый Авентюрин, ну правильно, денежки, доллары зеленые, значит, и в мешочек зеленый Авентюрин. Да. А еще про Александрит, ты можешь что-нибудь сказать? Мне сейчас написали, надо, я уж не стала. Надо осторожно, надо смотреть, или люди не имеют плохих релаций астрологических с Марсом и Плутоном. Если нехорошее расположение с Плутоном, надо быть осторожным. То бишь тоже астрологически стоит сверять, да? Еще для этого парня, который говорил, дал вопрос, что ему на счастье. Угу. И мне второго дня пришло, чтобы он взял 3 камня. И носил, не знаю, как он хочет, может, но. Ага, вместе, да? Какие 3 камня? Можно на одной цепочке, я иногда несколько подвесок можно, на одной цепочке ношу. Первый камень – цитрин, угу. Чтобы не боялся ничего. Цитрин, чтобы не боялся ничего. И второй камень – аквамарин, чтобы не было чтобы, ну, все между человеком были контакты, отношения все хорошие, и чтобы была открытая истинная любовь. И розовый кварт – это 3 камня. И можно их на одну цепочку, да, повесить, а потом, да? Потом, затем мне, я то услышала, если мы посмотрим на Индию, угу. Это как там цветы? Желтый, голубой. Индия? Да. Флаг индийский, зеленый, флаг, белый. Не флаг, а на, что? Оранжевый. Угу. Это желтый, есть... голубой, розовый, как розовый у нас в ашраме. Да. И это, если имеешь цитрин, открывается мудрость. Нету страха. Бо страх – это иллюзия закрывает. Иллюзии майя, да, нам закрывает... Закрывают истину. Закрывают истину и рождает страхи. Да, да. Угу. Ясно, спасибо. Так, а ты сама какие камни больше всего любишь? Все. Да, я все камни люблю. Люблю изменять камни, но очень люблю зеленые камни. Ну, сейчас у тебя вот это что? А это принесла женщина, которая живет со мной, это сказала, что только в Тибете камень. Я не знаю, это что закрывают, чтобы чакра не открывалась. Угу. Не разбазаривать энергию. Да, не знаю, что это такое. Но как буду еще, не придет, то я скажу. Хорошо. Скажи этому парню, который... Ладно, ладно. Ну, это всем пригодится. Да. Не обязательно этому парню, а всем пригодится. Да. Так, покажи мне свою рудракшу, пожалуйста, четки. Сколько бусин? А, не, 54. А что рудракша делает? Наполовину, да? То угу. Я заметила, как я носила на теле рудракшу еще давно, 10 лет назад. Угу. То я смотрю, а в некоторые... семеночки, такие черные обошлось. Потом брала пальцем, и это было как угол. Как уголь, да? Она убирает все...
тут, например, видишь? А, вижу, да, вижу. О, и это надо стягивать. Она, если что, как сказать, запальный? Горелый? Может, да, горелый, подгоревший? Да. Как бы, как будто подгоревший. Например, у человека это выходить на рудракшу. Это очень хорошая рудракша. Только нам не надо ей снимать, бо она спирает. Она много... Ну, а рудракшу как почистить? Ее же не почистить, ведь она же ягод... Воспаление, если есть, он убирает. Это запальный, ты говоришь? Да. Вот это есть воспаление? Да. Угу. А рудракшу как чистить? Это же как сушеная рябинка приблизительно, как бы. Ее трудно чистить, только как-то светом, да? Водой же нет? Ну нет, водой нет. Поносить и изменить. И потом взять. Другую купить. Другую взять, бо с этих семеночков трудно с тех уголков. Так, у тебя что... на сколько лиц? У них же лица есть тут. У рудракшей. Да. Там есть какие-то пятиликие, что ли, самые дорогие, да? Да. Угу. Там по 50 тысяч рупий. Ну, по 1000 долларов есть вот такие вот четки. Ну, что, мне это катались, очень да. Эксклюзивные бусинки. Да. А есть дешевые по 100 рупий. Да. Угу. Это надо эти дорогие брать. Угу. Дорогие-то... Уж слишком дорогие. Это все, что хотела теперь вам сказать. Спасибо, дорогая. До встречи. Так, хорошо. Ну ладно, тогда мы пойдем. Очень хорошенький Кришна. Она заказала у Саши серебряного Кришну. Принесли, чтобы она 5 дней перед отъездом успела на благословение на Махасамадхи принести. Окей, let's go. Пошли? Пошли. А вон Саши, он меня ждет. Мы сейчас пойдем вместе. Мы хорошо. Прогуляться к тебе в гости зайти решили. Я надеюсь, мы еще увидимся перед отъездом. Но я тоже, как ты идешь тут. Как хорошо ты в ашраме, Господи. Если ты, кто бы пришел, и ты бы хотела, чтобы я сказала, что еще кому... Да, это очень интересно. Я хотела, чтобы он... Бо я могу еще посмотреть, как он положит камни разные. А, какие выберет, да? Камень, с каким камнем он родился. А, давай. Да. Счастливо, дорогая. Ого.